Труднейший поединок сегодня выдался для обеих команд. Обе команды участвовали в стадии полуфинала Кубка. Пользуясь случаем, поздравляю Ислыч с выходом в финал. Желаю успеха в финале. Команда заслужила это. И сегодняшний матч, понятно, что выброс адреналина что у одной, что у другой команды. Единственное, что мы уступили в полуфинале, и у нас был отрицательный фон немножко, да, понятно, сутки нужно было пережить это все. Вот. Ну, а у команды соперника, естественно, положительный фон. Но, тем не менее, также эмоциональный, как говорится, выброс был мощнейший. Поэтому в этом отношении ясно, что уже из опыта могу сказать, что, как правило, матчи команд, которые участвуют в последних заключительных стадиях еврокубковых баталий, естественно, сложнейшими получаются, труднейшими с точки зрения сопротивления. Ну и сегодняшний матч не исключение. Вот, поэтому важно было и организованно сработать в общекомандных действиях оборонительных, не позволить сопернику какие-то моменты создать. Но понятно, что не избежали мы этого, соперник имел во втором тайме моменты. Ну и свои моменты, которые также немногочисленные у нас были, голевые, важна была реализация. Вот сегодня, наверное, реализация тех немногочисленных моментов имела такой вот основополагающий, скажем так, фактор в достижении успеха, победы в частности. Ну, наверное, такой более явный голевой момент был у Владимира Хвощинского в первом тайме, но Володя не исполнил. Вот, ну а во втором там и Паша Сидько, мы знаем, насколько Паша способен из эпизода выжать максимум, и он это своим мастерством, скажем так, усилия всей команды воплотил в жизнь. Поэтому выиграли 1-0, но еще раз говорю, конечно, сложнейший, труднейший матч и с точки зрения эмоций, и с точки зрения напряжения. Вот, слава богу, что команда наша сегодня справилась с этим, и мы добились победы. Отдельно хочу сказать благодарность нашим болельщикам. Пускай их было немного, но мы слышали и чувствовали поддержку. «Динамо вперед», «Динамо всегда будет первым». Даже такие простые, которые мы слышим на протяжении практически всего времени, вот эти кричалки, да, они все равно в подсознании, и когда ты слуховой анализатор включаешь и слышишь это, все равно это прибавляет какой-то уверенности, потому что понимаешь, что на трибунах есть люди, которые не безразличны к твоей команде, которые тебя поддержат. Поэтому, дорогие болельщики, огромная благодарность, кто добрался в Молодечную и поддержал нашу команду после такого неприятного поражения в Гродно. Спасибо. Травма, мышечная травма, и я думаю, что, конечно, это не положительный момент, потому что у нас и так проблемы кадрового ресурса именно с точки зрения центральных защитников. И Влад только-только набрал неплохую форму физическую, да, естественно, что пропустил достаточно много. И за счет его игрового тонуса важно было вот набирать для того, чтобы обрести этот игровой тонус. Но, к сожалению, вот преследует травму парня, не знаю, с чем это связано. Вот, будем... Пожелаем выздоровления, и дай бог, может, обойдется, не продолжительное время он выбыл из обоймы нашей. А вот трио Бегунов, Полицеевич, Сочивка, можно ли в ближайшее время рассчитывать? Я думаю, что Роман Бегунов нет, еще есть болезненные ощущения, все-таки частичные повреждения боковой связки, это как минимум месяц, а потом еще надо набрать кондиции, это, я думаю, полтора месяца. Поэтому динамика есть, улучшение, но, конечно, в ближайшее время Роман нам не поможет. Что касается Сергея Полетеевича и Александра Сочивка, то они уже со следующей недели, то есть после выходного, уже будут приступать частично. Вот, кто-то будет работать в общей группе, один и второй, но, естественно, что мы будем смотреть по их состоянию. Если все в порядке, то будем уже, конечно, в полном объеме добавлять их в общую группу. Ну, по крайней мере, они уже в ближайшее время должны нам помогать на футбольном поле. Следующий матч домашний через неделю. Вот вам больше нравится такой недельный цикл, либо когда есть посередине недели кубковой? Ну, как можно ответить на вопрос с точки зрения нравится, не нравится? С точки зрения более плодотворной подготовки, да, я согласен, недельный микроцикл, он более такой классический, что ли, да, где футболисты могут отдохнуть один день после игры, потом второй день восстановиться, и затем уже там два дня мы можем еще поработать над какими-то моментами, чтобы улучшить нашу игру и те трудности, которые у нас имеются в нашей игре. Это, безусловно, недельный микроцикл. Хорошо с этой точки зрения. А если брать чисто соревновательный момент, то
Когда команда участвует во всех турнирах, да, и нету этих недельных микроциклов, наверное, футболисты амбициозные, уважающие себя, хотят все время играть во всех турнирах. И стремление выигрывать, добиваться успеха во всех этих турнирах, это всегда должно быть внутреннее состояние футболиста, стремящегося, как говорится, к высокому результату. С этой точки зрения мы уже в Кубке не участвуем, в финале не будем играть, но не будем к этому возвращаться. Это уже прошлое, мы пережили это, и сегодняшней победой, и сегодняшним матчем мы улучшили свое состояние эмоциональное. И идем дальше, смотрим вперед. Вопрос не футбольный. 9 мая вы участвовали в возложении цветов. Насколько это важно для команды было принять участие в таких мероприятиях? Безусловно, важно, потому что мы чтим, конечно, наших воинов, которые сражались против фашистско-немецких захватчиков, против нацизма, и сколько людей погибло, защищая страну, Советский Союз, для того, чтобы мы сегодня, скажем так, под мирным небом в Беларуси могли, как говорится, заниматься своими любимыми делами, быть счастливы с семьями нашими и так далее. Поэтому, конечно, важно. Мы историю чтим, не забываем. И очень важно, чтобы каждое поколение об этом помнило всегда, какой ценой далась эта победа.